Черт бы его побрал! Боже мой! Да пошел ты знаешь куда! Ну что ж, у нас скоро Пасха, а это значит, что нам нужно украсить наш дом и также покрасить яйца. В принципе, по сюжету так оно и происходит. Скоро Пасха, мы должны сделать очень много дел по дому. И прямо сейчас нам нужно будет, видимо, покрасить яйца, но и еще и забирать какие-то золотые яйца. И у нас тут даже есть оружие. А, столько всего нужно сделать. Так, бесплатный фонарик можно взять. Нам нужно почистить наш дом, чтобы подготовить его к празднику. Так, мы взяли бесплатный фонарик. О, кстати, хорошо светит. Ну и как вы поняли, конечно же, это хоррор. А в хорроре у нас будет странный строгий пасхальный заяц. Ну, я так предполагаю, возможно и нет. Но, наверное, да. Господи, сколько срача. О, и как раз таки будем собирать золотые яйца по пути. Потому что за это дают какую-то ачивку по-любому. Опа, я еще одну нашел. Тут какой-то странный звук вокруг происходит. Как будто бы за мной кто-то следит. Но пока что не очень понятно. Боже, 13 раз нужно почистить дом. Да вы издеваетесь надо мной. Кстати, а прикольные картины. Я бы себе такие дома повесил, реально. Можно, кстати, распечатать, реально себе в комнате такое повесить. Выглядит довольно-таки круто. Какой-то звук странный еще, да? На фоне играет. Непонятно, что вообще происходит. О боже, моя машина такая грязная. Так, ладно, я нашел еще одно яйцо. Отлично. Ну, яйца, я думаю, собрать здесь будет не проблема. О, еще одно яйцо. Так, с гаражом, по-моему, мы покончили, да? Все убрали вроде бы. Отлично. Но перед этим я просто обязан рассказать тебе о самой выгодной акции на сайте RBX3. Прямо сейчас на сайте продаются самые дешевые робуксы, чем где-либо. За 1 рубль покупается 2 робукса. Такого еще нигде не было. К сожалению, эта акция продлится до 31 марта. Поэтому очень важно не упустить такую возможность и прикупить себе робуксов сразу в 2 раза больше. Этот курс доступен как для метода трансфер, так и для фастпасса, благодаря которому робуксы приходят моментально. Времени осталось не так много, поэтому бегом переходи по ссылки в закрепленном комментарии и сразу закупай робуксы по нереально выгодному курсу. 2 робукса за 1 рубль. Ну а мы продолжаем. Следующая комната. Вот как раз таки на кухне мы и будем разукрашивать наши яйца. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 яиц. Неплохо. Так, это что? О, еще и тарелки нужно убрать. Боже, это все относится к одному и тому же заданию убрать наш дом. О, наконец-то последнее. Боже, я даже не надеялся, что я когда-нибудь почищу этот дом. Он настолько грязный был. Сейчас выглядит намного лучше. Ну, в принципе, даже чувствуется праздничная атмосфера. Ну, а теперь мы должны выбросить весь этот мусор наружу. Так, у нас просто вот так вот дверь открывается. Тут даже можно двустволку взять. Так, и заодно можно будет собирать яйца. У нас тут даже целый огород есть. А это что? Это можно напугать всех, кто будет играть с нами в лобби. Лампа донатная, я думал, будет прикольно с ней побегать. Ну, ладно. Реально интересно, какой же будет сюжет. Так, мы выбросили яйца. Вернее, наоборот, мы выбросили мусор и собрали яйца. Нам нужно помыть теперь свои руки. Поехали. О, тут даже показывается анимация воды. Неплохо. Так, отлично. Что следующее задание? Когда мы уже будем красить яйца? Вот что меня интересует. О, кто-то звонит. Наверное, это мама. А, вот телефон. Надеюсь, что это мама, а не какой-то странный строгий чувак, который будет мне сейчас угрожать. Ну, я так и думал. Странный строгий чувак. Что это было? Да, это реально было что-то опасное и страшное. Судя по всему, нас в покое никогда не оставят в этой игре. И нам также нужно еще сделать нашу домашнюю работу. Давай сделаем это, пока мама не разозлилась. Закончить свою домашку. Так, а где наша домашка? А, вот. Это же наша комната. Ничего себе, чел, посмотри, сколько домашки у него лежит. Хотя это современные реалии. Вот вас сейчас выпустили на каникулы, я уверен, вам позадавали не меньше. Это было не так просто. Так, что дальше? Прошло достаточно много времени перед тем, как мы... Или с последнего момента, как мы проверяли наш ноутбук. Давай проверим его. Так, а где наш ноутбук? А, вот же он. Так, поехали, чекнем. Так, вкладку инкогнито сразу закрыл. Ну-ка, и что у нас там? О, какие-то сообщения пришли. Боже, что за фигня, блин, какого черта? Боже! Что это было вообще? О, нет! Так, подожди, стой. Никого здесь нет. Боже, стрёмно как. Может быть, мы поймали вирус? Но это не совсем похоже на вирус. Телефон вируса не звонит. А нам еще и позвонили до этого, чел. Нам нужно проверить нашу почту. Блин, звук какого-то поросенка, который где-то кричит. Что? Что произошло? А! Сообщение какое-то мы получили. И там что? Там кровь. Или что это такое? Тут нарисовано яйцо. Мы должны это убрать. Ну почему? Праздничная атмосфера. Нормально же выглядит, нет? Мне кажется, что как только мы это сделаем, кто-то разозлится. Но выбора у нас другого нет, поэтому так мы и сделаем. Так, мы убрали это яйцо. Мы должны...
Посмотреть за садом или полить цветы выглядит так, как будто бы здесь много сорняков. И, кстати, здесь одно яйцо. Что происходит? Какого черта? Боже! Сколько скримеров в этой игре? Так, ну давай пособираем сорняки, потому что они реально извращают наш сад. Тут их всего 11 штук. Игра меня уже 3 раза напугала. Чтоб его. Так, мы все сделали вроде бы. Там кто-то шевелится. Там кто-то ходит. Так, теперь нужно собрать бревна, я так понимаю. Я постоянно слышу какие-то шаги. Как будто бы кто-то где-то тут прячется. Так, ну давай. Забираем бревна, или нам нужно их, типа, наколоть. Так, отлично, это мы сделали. Дальше что? Теперь нам нужно притащить их внутрь. Наверное, для того, чтобы распалить камин. Ну да, логично. Блин, кто-то здесь ходит постоянно. Я все время слышу какой-то шум. Мы должны почистить мамину машину, пока она не вернулась домой. Так, чем мы будем это делать? Или просто? Ладно, руками помоем. Нам не впервой. Отлично, выглядит прям как новенькая. Но почему это Дево? Дево Нексия, прикинь. Теперь нам нужно снова помыть наши руки. Логично, после каждого раза нужно мыть руки. Кстати, обязательно. Это лайфхак на долгую жизнь. Мойте руки. Так, следом у нас что идет? Когда мы яйца красить будем? О, как раз таки сейчас мы будем красить яйца. Отлично, готовимся к Пасхе. Интересно, будет все одинаковыми картинками или разными? Смотри, одно яйцо мы покрасили. А, вот такие рисуночки будут, прикольно. О, черт, мы его побрал! Боже мой! Да пошел ты, знаешь куда? Ох ты, чертов, я даже не успел ничего сделать, только докрасил яйца, хотел на них посмотреть. Не может быть! Там реально что-то ужасное снаружи. Господи, я так испугался сейчас. Блин, да сколько можно? Сколько в этой игре скримеров? У меня аж вспотели руки. А теперь пришло время для того, чтобы пойти спать. Но я бы на его месте бы заколотил бы все окна и двери. Ну ладно, если нам игра говорит идти спать, то надо идти спать. Опа-па, сейчас начинается какой-то сюжет. Что это было? О боже мой, кто-то внутри дома. Черт, я слышу какой-то звук. Я слышу какой-то звук. Кто-то украл наши пасхальные яйца через окно! О, нет! Что же нам теперь делать? Нам нужно проверить наружную дверь. Быстрей, быстрей, быстрей! Этот персонаж не бегает, он просто ходит быстро. Вот одно яйцо! Походу, нам нужно идти по следам этого воришки. Так, идем дальше. Яйца приведут нас к вору. Кто-то украл наши яйца, и нам нужно ему отомстить. Смотри, потихонечку мы идем по следу. О боже, сколько же яиц он украл. А нам их нужно собрать. А я пробежал мимо. Ну да ладно, вернемся, соберем наши яйца. Надеюсь, нас никто пугать не будет еще по пути к этому воришке. Зачем кому-то красть пасхальные яйца? Ну лежали себе спокойно, никто никому не мешали. Кто-то явно хочет испортить нам праздник. Так, ну 7 яиц я уже собрал, а эти прям далеко находятся. Это нас прям заманивает глубоко в лес. Я уже даже своего дома не вижу. Так, а у нас же есть фонарик. Почему я забываю его включать? Так, отлично. Ну, фонариком нормально... А! Что за фигня? Гребаный ты... Кто? Кто такой? Ты, черт побери, кто такой? С топором, кролик. О, боже мой, бежим. Или прятаться, или убежать. Что же нам выбрать, пока это чмо бежит за нами? О, боже мой. Давай подождем, посмотрим на него вблизи. О, нет. Пошел вон. Так, мне кажется, нам нужно спрятаться в доме. Это же наш дом. Пошел вон отсюда, собака. Вернее, кролик. Все, я спрятался, меня никто не найдет. Так. Что происходит? Быстрей. У нас получилось. Так, что нам нужно сделать? Быстрей забаррикадировать все окна. Оно не работает! Черт, нам нужны инструменты! Черт, нам нужен молоток! Я взял молоток, быстрей! О боже, у нас не остается времени! Давай, дружище, у нас всего 10 секунд! У нас не хватит времени! Я не знал, что нужно брать молоток! Мы потратили столько времени на то, чтобы найти этот молоток! Все, осталось последнее, быстрей! Боже мой, не успел, одна секунда! Все, нам конец! Давай попробуем напоследок! Боже мой, нет, не трогай меня, не трогай меня! Блин, он меня поймал. Фух. Опыт Пасхи. Просто так и называется. Это, боже, как стрёмно было. Блин, сколько скримеров в этой игре. Реально, они... Ну, это что-то стрёмное в натуре. В общем, конечно же, я желаю тебе хорошего праздника. С наступающим. И спасибо за просмотр.